Канал Топ Гол представляет результаты 29-го тура чемпионата Италии и пятерку команд, расположившихся в верхней части турнирной таблицы. Итак, пятое место. Рома. В матче римлян с Сассуоло на стадио Олимпика содержание игры наполнилось одним событием, достойным внимания. Это гол Лоренцо Пеллегрини. Капитан Ромы добыл столичному клубу желанные 3 очка. 1-0. Четвертое место. Болонья. Выступила на стадионе Карло Кастеллани в Эмполи. Доминирование над хозяевами долго не приносило должного эффекта. Тем драматичнее сложилась развязка этого противостояния. Гол состоялся на 4-й компенсированной минуте. Джованни Фабиан обеспечил Болонье победу. 1-0. Третье место. Ювентус. Массимилиано Аллегри не нашел способов вскрыть защитные порядки Дженуа. Генуэзцы держали оборону стоически, чем вывели из себя под занавес матча Душана Влаховича. Единственным ярким пятном в этой игре стала зажженная над сербом красная карточка. 0-0. Второе место. Милан. Мало забивавшая в предыдущих матчах серии А команда Стефано Пиоли взяла по этому показателю реванш в Вероне. Тео Эрнандес, Кристиан Пулишич и нигерийский вингер Росанери Сэмюэл Чиквуэзе обеспечили уверенную победу над веронскими мастифами. 3-1. Первое место. Интер. Лидер итальянского чемпионата принимал прошлогоднего победителя серии А на Сан-Сиро. Матео Дармиан подал заявку на 3 очка в актив Нерадзури. Однако Наполи опротестовал это намерение ответным голом Жуана Жезуса. Ничейный результат. 1-1. Подписывайтесь на канал. Спасибо, если уже сделали это. Смотрим дальше.